Привет, 5 февраля, сегодня вторник, я собираюсь на работу, пью чай и сижу, ковыряюсь в своей почте между делом. И многие знают, как меня Озон затрахтебедохал, прям старик Хоттабыч какой-то. И значит что, от него уже наконец-то, я же звонила 3 раза туда, раз в неделю приблизительно. Лена еще спит. И значит, они мне отменили вот информацию об отмене платежа, все нормально, все 3 платежа отменили. И мне пришло письмо, это было когда? Это было 3 февраля, значит, они мне написали: денежные средства в размере 2600 переведены, отправлены на банковскую карту, оплата произведена. Для подтверждения зачисления средств необходимо связаться с банком. Короче, очередной бред это, то есть я должна пойти в банк и сказать: дайте мне мои деньги или что такое, я вообще не понимаю. Это во-первых. Во-вторых, деньги там были 2600, плюс еще 1000 с чем-то бонусы спасибо. Где мои бонусы спасибо? Здесь ни слова. Короче, сегодня прошел второй рабочий день. Я жду 3 банковских рабочих дня. Сегодня вторник. Вчера понедельник денег не было. Сегодня вторник денег нету. Завтра среда. Если в четверг деньги не поступят, буду опять звонить. Короче, достали капитально. Я вообще впервые такую формулировку слышу, что когда возвращают деньги, нужно связываться с банком. Допустим, мне когда с Алиэкспресса возвращают, это бывает частенько, просто деньги приходят на карту обратно, если я не получаю посылку и открываю спор. Тут же бред рябой кобылы. Ладно, подождем еще сегодня-завтра, потом будем думать. Вернее, не думать, а действовать. Да, Рыжуля, мы будем с тобой действовать. Ты что на себя сено накидал-то весь? Весь в сене. Да что ж ты, да я тебя почищу. Почищу, да немножечко. Чуточку, немножечко. Зорька уже позавтракал, заваляется. Походу, что-то у кого-то прорвало. В подъезде такая сырость. Такой запах сырой. Даже у ног на заплатили. Все не замерзли или замерзли. Нет, заплатили вода. Интересно. Что такое? Ой, с подвала-то что? Походу, в подвале что-то прорвало. На улице у нас сегодня жара. Минус 17, по крайней мере, не минус 27. Сейчас почищу машинку и в путь. Время 8:30, мне сегодня к 9, муж к 8 уже на работе. И после работы хочу заехать в свою полку, навести порядок. Мне нужна вообще-то хозяйка. А хозяйка сказала, что мне позвонит, потому что она болеет, потому что пока ее не бывает в отделе. Но она так и не звонит. А там, наверное, уже бардачок, да и надо довести кое-что. И из бижутерии, из игрушек тоже, поэтому повезу. Она такая бывает иногда и забудет. Нас у нее много, она одна, полочек там много арендуется. Мне уже Анютка сказала, что елку то ли убрали, то ли убирают в центре. Заодно посмотрим, как там обстоят дела с елкой. Сегодня Оля у нас отдыхает, и по идее я должна идти на ее место туда, в торговый зал, но Игоряшка меня освободил. Он нас может подменять периодически именно на Олином месте, поэтому, чтобы я не мерзла, я сижу здесь, и пока я сижу здесь, у меня есть время повязать. Вот такой большой зайка у меня должен получиться. Если я успею сегодня связать, я отвезу его в свою полку. Мне осталось довязать только тельце. Вот сижу, крючкую, и потом это все дело оформить, сшить вместе. Но если мне никакой такой срочной работы не привалит, то я думаю, за день я все-таки успею по чуть-чуть это все закончить. Конечно же, вам покажу, если закончу. Что это такое? Тут и давление, и температура, и шагомеры. Я видел, взял эту штуку. Уже собирает катушки, все, кто что даст. Да, кто-то подарил, кому-то не надо. Кто-то не смог на работе. Это с Китая, это в Китае такие продают. С Алиэкспресса заказывается. Время уже ближе к 3, и я чувствую, что я не успеваю сегодня закончить зайку. Надо еще и хвостик, надо еще и ручки, носик, все оформить. Короче, торопиться я не буду. Пусть лучше будет медленно, но красиво. Как говорится, спешка нужна только при ловле блох. А блох у нас нету, да, зайка-побегайка? Ну что же, моя отработала. Моя едет домой. Не совсем, конечно, домой. Сначала в свою полку еду.
как не день, так авария на Ленинградке. Да что ж это такое? Вчера две аварии, сегодня снова авария. Причем здесь дорога только в одну сторону. Как они стукаются, стучатся друг об дружку, я не понимаю. Гляньте, эти более перевернутая машина навстречку. Это ж как надо было долбануться. Или что надо было сделать, чтобы вот так вот развернуло его. Ну, две машины. Я сначала думала, может быть, что-то в ходовой не так. Нет, две машины стукнулись. Надо же, доехала до центра. Или еще рано, или не пойму, где все машины. Обычно тут очередь на этом светофоре, на повороты, прямо и везде. А тут, на тебе, пожалуйста, там две машины, сям две машины. Там, сям, тут, сюд. Здорово. Сейчас доедем до площади Пяти углов. Поглядим, что там с нашей елочкой. Надеюсь, ее убрали, потому что уже как-то не котируются елки в феврале месяце. Что-то еду, все-таки шоркает у меня в левой стороне, в колесе, наверное, где-то. Потому что на большой скорости я этого не слышу. А когда еду медленно, то такой шур-шур-шур-шур-шур. Чувствую, скоро Лена в автосервис поедет. Так, ну елку я не вижу, наверное, все-таки ее убрали. Или убирают. Нет, что-то там шары стоят, кран стоит. Видимо, демонтируют все-таки. Да, там подставка от нее, что ли, осталась. Да, он каркас. И все. И усе. Больше ничего нету. Ну идите, это ж пешеходный переход. Ну елки-палки, вы же сбиваете с толку народ. Вы не русские, да? Еще поблагодарили. Наверное, у них в Китае не принято пропускать пешеходов. Да чего смешные, а? Чего, давай, спускайся. Мне на подъем вообще-то ты меня должен был пропустить. Так, что у нас с местами? Пока с местами голяк. Обычно ставлю тут во дворе где-нибудь. Обычно, а сегодня все необычно. Потому что сейчас, наверное, рабочий день еще. И никто никуда не собирается уезжать. И все места заняты. Ладно. Сейчас объеду вокруг двора, если ничего не найду. Придется ехать к вокзалу. Оттуда уже пиликать пешком. Не хотелось бы. Да. Короче, все, Лена. Езжай к вокзалу. Пойдешь пешочком. Здесь нигде ничего никак. Все, вижу. Я сейчас туда стану, на ту сторону. Вот сюда Лена станет. Вот сюда. Отлично. Ну вот поступление, низкие цены. Одежда. Все ясно. А, это весовая еще одежда. Вот эту вот одежду он рекламировал. Я на полочках порядок приехала. Одна сережка упала. Где-нибудь валяется, да? Я ее вот тут еще. Единственное, на этот. Штучка, что зацепляет. Я это поняла, ага. Ну, у меня на полке соответственно. Там у меня запасные есть. У меня всегда там. Не похоже на тебя. Да? Похоже, сумасшедшая корова. Таня. Прикольно. Сумасшедшая корова. Ну, а это вон на кого? Под кольца же это вот. Кольца же сюда одевать. Да, да, под колечки, наверное, ага. И да, я где-то видела тарелочку такое. Можно складывать что-то и сюда. Кучки. Она, да. Она стояла, что-то там кому-то у нас. Все глаза эту книгу, все нравятся, но цена, конечно, охренеть можно. А. Ну, конечно, очень хорошая. А очень это? Замечательная. Ну, цена вообще стоит? 2700. Да, ну это дорого. Нарядно. Так вот, Игорь, подходит внутрь. Тут тетки передрались у меня из-за этой. Одна нашла там это, вот тут висела, наборчик висел, а вторая увидела, я тоже такую хочу. Я тоже такие хочу. Вот ты вечно, у тебя на подобии уже есть.
Я уже им давай это. Давайте вот это, давайте вот это. Ой, а тут букетики-то какие красивые. Так на 8 марта тут это смыло, да, букетик да. подарили? Гляньте, вообще супер. Сейчас единственное, что вот я говорю, сейчас эти начнется 14 февраля, 23 февраля, ага. 8 марта. Вот еще на праздники, они на эти праздники гребут все. Да, это я заметила, да. Такие огурцы я покупала вкусные, сейчас доедаю, здесь покупала. Шоколад, куда это ваша знакомая, которая ест, да. Вот эти, они прям голимые, это орехи. А, ну я такие купила, я вот такие клубничку покупала. А эти вот оно прям. Да я поняла, нет, я вижу, когда это. Сейчас вот она новые какие-то привезла. А, еще шоколады. Я такие не пробовала. Я тоже такие не пробовала. У нас там молочные. Пойду погружать. 220. Да, вкусняшек много, конечно. А что, я вот эти, я у нее много чего беру. Это у нас вот есть эти железные губки. А, мыть. А эти, они мягенькие. А потом я еще, чтобы это дорого же. Мы же русские-то умные. Я их это, она же вот такая одна штучка. Я ее дербаню. А. Ну, молодец. Я беру это, газ мыть, вот такое, вот это все. И посуду где шкребануть там. Сейчас она вон тряпки какие-то привезла еще. На это. Не было тряпок. Нам не обещала. Что только нету, да? Чеснок я не пробовала. Это лук. Это лук такой? Да. А, точно лук нарисован, маринованный, да? Я остро не люблю. Вот да. это что-то вот меня просто люди спросили. А это каперсы. Вот я не писала, но это вкусно, нет? Это добавляют в соусы, их перемалывают, это да? не едят, это да? для соуса. А мне тетка, я в салат добавляю. Ну да, я знаю, что в соусы добавляются. У меня где-то рецепт был именно соусы, вот эти вот каперсы. Давайте я возьму вот этот лучок, попробую, сделаю вам выручку. Ладно, все, спасибо. Появлюсь к вам. До свидания. Очень приятная женщина. Общительная. Хозяйственная, все поубирала, там все разложила, как положено, молодец. А я пока там была, мне позвонили с автосервиса, пришла моя крышка на бензобак, короче говоря, отвалилась. Сейчас поеду, мне сразу и поставят. И она пришла, оказывается, давно, но были морозы, и не захотели там возиться. Вот сюда вот крышечка будет. А у меня закончился газ, причем закончился он уже 2 дня как, но у меня есть еще бензин, бензина тоже мало, поэтому сейчас я заеду на газовую заправку. Раньше здесь была заправка газовая, ой, газовая, бензиновая, но что-то, видимо, не пользовалась она спросом, и она закрылась, а теперь тут газом заправляются, кто-то заправляет баллон. И кто-то заправляет машину. Как раз я утром проверила свой багажник. У меня газ заправляется в багажнике, там, куда закручивать эту штуку. Все у меня нормально, все у меня открылось. Ну, с усилием, конечно, но открылось. Сегодня у нас молодой человек, молодой чемодан заправляльщик. Сзади меня тоже какая-то букашка-таракашка, маленькая машинка пристроилась. То ли заправляться, то ли тоже с баллоном. Все, вырубай свою бибизикалку. Здравствуйте, мне до полного. Вот здесь. Все, только завела машину, она почувствовала газ. Сама автоматически переключилась на газ, потому что машина прогретая. Обычно она прогревается у меня на бензине, затем переключается на газ. Ну а так как она уже прогретая, то по умолчанию заработала на газу. Так что умная техника на грани фантастики. Все, подъезжаю к автосервису, который меня пока что радует. И качеством, и сроками исполнения. Был, конечно, раз косячок у них. Но это директор был в отъезде. А так все нормуль. Ну, надо подождать минут 10. Я машину писала. Хорошо. Что-то там девушка какой-то сюрприз преподнесла. Он что-то копается. Ладно, посижу в машине. Так, наверное, пока почищу лючок, чтобы тут было все чики-пуки.
Девушка выехала, походу, мне кажется, она что-то уронила себе под капот, потому что он вытаскивал, что-то выискивал там с фонариком, рылся под капотом. И, наверное, что-то все-таки это что-то он достал. Так, ну что ты, проедешь, я думаю, место я тебе много оставила. Так, ну сейчас до меня очередь дошла. А вы только крепление заказали? Конечно. Да я думала, вы все вместе заказали. Лючок, он с машины, он отдельно не заказывается, он с машины идет. Как его потеряли? Я его на ночь вставляла, чтобы мне туда ничего не засыпали. А, и забыли, короче, поехали. Я поехала. Потом я же его, когда нашла, я его раздавила. Вернее, кто-то его раздавил. А, Лючок, он как бы индивидуально, ну, там цвет машины, как бы, ну, сами понимаете. Я понятно, да. Нет, тогда... кронштейн-то у меня есть, он, я его, что, вот. То есть, ладно, буду решать эту проблему, пусть он лежит в ошке этого. У вас тогда кронштейн, да? Кронштейн, да, он копейки. Ну, вы сказали бы, я у тебя его дома положил, 500 лисов. Нет, а я что, я же не знаю, ну, вы говорите, буду закрывать, а что закрывать? Ну, я же боялась, мало ли пацаны какие насыпят снегом. Да, блин, ну, чтобы они насыпали вообще. Это примерзло у меня, это лед туда попал, пока сейчас его теперь не будет, оно так кому будет стоять. Снег сюда набился. Вы, наверное, щетки поднимаете и начинаете обметать поднятыми щетками. А обметать надо с опущенными щетками. И все равно надо ждать, когда оттает. Правильно? Или оно сломалось? Ну, ничего не сломалось. Вы сюда снега сами на... Вот так вот щетки подняли, туда снега натрясли, он здесь напрессовался. Короче, ждать, когда оттает, да? Ну, как бы, типа того, да? У меня уже так оно стояло. А как ездить так? Нет, это... На мойку надо. Подождите. Так, одну проблему не решили, сейчас решим другую. Вот так вот, оказывается, он мне только кронштейн заказал. Оба-на. Просто когда стекло чистите, щетки поднимать не надо. Поняла. Ну и все. Потому что вы когда ее поднимаете, ух ты, гляньте, опускается. Вы туда снег. Слушайте, круто вообще. Вы туда просто это... Я поняла, я все думала где-то там, вот прям вот там. Натряхиваете туда снег. Все, поняла я. И потом его запрессовываете еще вдобавок. Ой, как классно. То есть снег идет, думаю, сейчас снегопад начнется, как мне ехать, да? Никак. Никак, то есть останавливаюсь, еще только струшиваю. Слушайте, спасибо огромное. Ладно, я буду искать лючок этот, если что, к вам тогда позвоню, да? Если найду. Пока буду так ездить. А лючок-то вообще раздавили в хлам? Ну, а нет, и он целый, до крепления там не на что цеплять. А что, какие ушки? Вот это пластмассовая вот эта штука, которая вставляется. Все, что там было пластмассовое внутри, там вот какие-то. Ну, вот я понял. Осталось только вот. Ну, а что? Ладно, я думаю, найду что-нибудь. Если что, найду такую, у меня краска есть. Должна быть где-то так покрасить. Ну, покрасить, если что, я найду, где покрасить. Вы найдите лючок. Ладно, буду искать. Спасибо большое. Давай. Не могла проехать там, где обычно. Я уже заехала к себе во двор. Там, где я езжу, стоит вот какое-то такое сооружение, кран. Там люди работают, что-то там разворотили, то ли что-то прорвало. Короче, я не поняла, объезжала по двору по-другому. Сейчас с окошка глянули, может подкрасться, посмотреть, что там люди делают. Не, неудобно, не пойду. Тут скажут, маячи тут любопытное. Может, с окна будет видно. Да, что тут разворотили конкретное. Это, видимо, то, что утро влага была. Что-то где-то протекло. В подъезде света нету, хорошо, в квартире есть. Ну все, вот такие вот мои дела. Вот такой вот мой день. Видео я буду заканчивать. Вы что на меня зубами стучите? Хозяйка пришла? Что такое? Ну и как обычно, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Жмите на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе всех событий. А я вас всех люблю. Всем пока и до новых видео.